Всем рад видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы подискутируем с вами о пользе игр «Дети Азии» для нашей республики. Друзья, внимание на экран. «Дети Азии» – главный спортивный проект Якутии. Ныне реализующийся и в других регионах, он объединяет под своими знаменами юных спортсменов со всего континента. Спортивные игры призваны популяризировать олимпийское движение «ЗОЖ и спорт», а также укрепить международное сотрудничество и способствовать установлению дружеских контактов среди детей и молодежи из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Церемония открытия уже вторых зимних спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе стартует 25 февраля. Владимир Максимов, президент Международного комитета «Дети Азии». Спортивный функционер занимается организацией игр «Дети Азии» с 2008 года и координирует каждое проведение игр. Полезны ли для развития республики на самом деле игры «Дети Азии»? И действительно ли они эффективны? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Оптимисты – это те, кто считает, что «Дети Азии» за эти годы зарекомендовали себя как большой проект, который дает стартовую площадку для юных спортсменов, популяризирует спорт в массах и улучшает инфраструктуру республики. А проведение игр в других регионах продвигает нашу республику на внешнюю аудиторию. Пессимисты же считают, что спорт слишком политизирован. Много денег тратится на спортивные мероприятия, хотя эти средства наверняка можно было бы использовать более эффективно. Например, строить больницы или детские сады в арктических районах. Польза «Детей Азии» переоценивается. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующей. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедился в аргументах пессимистов, может перейти к ним. И пессимист, который убедился в аргументах оптимистов, тоже может поменять свою сторону. Поэтому выбираем зоны, оптимисты будут справа. Пессимисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Президент Международного комитета «Дети Азии». Спортивный функционер, продвигающий бренд нашей республики. Владимир Максимов. Здравствуйте. Присаживайтесь. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли рассказать нам немного о себе. Как уже сказали, меня зовут Владимир Максимов, мне 39 лет. Я по специальности специалист физической культуры по первому образованию. Окончил институт физической культуры Якутского еще государственного университета. Всю жизнь в спорте, с детства. Сегодня жизнь дала то, что я занимаюсь развитием одного из главных социальных брендов Республики Саха-Якутия, международными спортивными играми «Дети Азии» на протяжении уже порядка 15 лет. Вот, и начинал со специалиста, и в 2020 году учредители Международного комитета доверили мне возглавить международную организацию, которая сегодня является единственным эксклюзивным правообладателем игр, и сегодня комитет выстраивает работу, которая направлена на развитие детского спорта. Я, скажем так, выпускник улусной школы, родом из поселка Сангар, районный центр Кабяйского улуса, чем я и горжусь, поэтому вся наша команда работает на то, чтобы, конечно же, развивать тот проект, который был зарожден в республике. И плохо или хорошо, покажет время, но вот то движение, которое сегодня идет, оно, я думаю, что дает пользу, поэтому призываю и желаю нам всем сегодня хорошему диалогу. Буду рад ответить на любые вопросы. Начнем мы по традиции с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы и быстрый ответ. Итак, первый вопрос. Насколько вы считаете сферу спорта политизированной и как это отражается на «Детях Азии»? Но один из главных девизов в спорте было «спорт вне политики», но надо сказать, что на сегодняшний день, к сожалению, многие политики, есть такие политики, которые через спорт привязывают это все, скажем так, пробивают свои политические амбиции и какие-то там навязывают идеи. Поэтому спорт политизирован, не политизирован, скорее всего, на сегодняшний день, да.
Но то, что спортсмены сами по себе, начиная свою карьеру, развивая ее, они стремятся именно к тем идеалам, которые были заложены, они стремятся победить в соревнованиях. А я еще раз повторюсь, что все, что на сегодняшний день творится, моя личная точка зрения, это то, что в этом, скажем так, далекие от спорта люди, скажем, пробивают свои интересы через спорт и притягивая спорт к политике, ну, решению, скажем так. Есть мнение, что зачастую в «Детях Азии» участвуют не первые номера сборных регионов России. Правда ли это? Ну, на самом деле, опять-таки, в этой концепции у нас прописано, кто имеет право принимать участие, кто формирует команды. Это, если говорить о регионах России, то это Министерство спорта. Если говорить о сборных федеральных округов, то, скажем так, назначается координатор, который со всеми регионами отвечает, ну, за формирование этой сборной. В основном, то, что касается регионов, ну, я не могу сказать. То есть мы, комитет не лезет в формирование и не отвечает вообще за подготовку и формирование спортсменов. Мы принимаем заявки, кого заявили, мы организуем игры для того, чтобы они в хорошей, конкурентной, честной борьбе определили, кто сильнейший. А то, что касается федеральных округов, то, ну, все спортсмены – это победители первенств федеральных округов. Ну, я думаю, что если здесь ребята, которые занимались или занимаются спортом, имеются, то надо сказать, что там конкуренция очень большая. То, что касается зарубежных стран, то, скажем так, ну, тот же Казахстан, Узбекистан, многие страны, они проводят отборочные соревнования внутри страны для того, чтобы поехать сюда. Соответственно, мы видим из года в год… скажем так, уровень конкуренции растет, и, допустим, в том же Владивостоке очень сильная команда Узбекистана приехала, которая показала, ну, скажем так, максимальный результат, заняла в неофициальном командном зачете второе место, и уровень мастерства именно он был высок. Я думаю, что в 2024 году, когда игры пройдут в Якутске, этот уровень будет еще выше, то есть, ну, тогда уже победить будет, скажем так, намного, ну, не намного, как бы, намного тяжелей, но не менее престижней. Вот. И завтра у нас открываются игры в Кузбассе. Я думаю, что тот уровень мастерства, который покажут спортсмены, он будет высок, потому что и первые зимние игры на Сахалине, они доказали это. Кем и как осуществляется финансирование игр «Дети Азии»? Ну, если говорить о самих играх, то финансируются они за счет организационных комитетов территории, которые проводят. Для этого при определении места проведения Международный комитет, ну, учитывает все аспекты, направления, заявки. Да, когда, допустим, регион или страна направляет заявку, мы, конечно же, выезжаем, инспектируем, смотрим, достаточно ли объектов для проведения, смогут ли они осуществить все те планы и мечты, которые там, ну, скажем так, рисуют в начале. Вот. И надо сказать, что очень большой опыт мы в этом получили как раз-таки с Монголией, поэтому много правок мы внесли в основополагающий документ. После чего, когда мы определяем, какая территория проводится, то есть берет проведение игр, Международный комитет подписывает контракт с организационным комитетом, где прописаны пошаговые моменты, кто за что отвечает, кто что финансирует. Поэтому здесь, ну, скажем так, в Кузбассе, кроме того, что летят спортсмены, Республика Саха-Якутия не потратила ни копейки. Замечательно. Владимир, почему вы пришли к тому, чем занимаетесь сейчас? Ну, как я уже сказал про себя, я всю жизнь в спорте, ну, скажем так, с профессией я определился в 4 классе. Когда на примере своего первого тренера я захотел быть именно тренером, поэтому и поступил целенаправленно, готовился и поступил в Институт физкультуры. Ну вот, опять-таки, начал свою, скажем так, трудовую деятельность в своей родной спортивной школе в поселке. Был тренером по боксу, вот, и, соответственно, потом говорю, что жизнь так, скажем так, была благосклонна, может быть, а может быть, на самом деле, очень не хотелось входить в тренерской профессии вообще. И, ну, я начал уже вот
как функционер, скажем так, сначала на районном уровне и далее, ну, с 2008 года я в проекте «Дети Азии». Я на самом деле в этом плане я могу себя вообще назвать, наверное, счастливым человеком, потому что у меня даже с детства мне отец говорил: не занимайся тем, что тебе не нравится. Поэтому я занимаюсь, люблю свою работу, она мне нравится, поэтому я счастливый человек. Итак, Владимир, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и подискутировать нашу сегодняшнюю тему. Справа от вас расположились оптимисты. Это те, кто считает, что «Дети Азии» за эти годы зарекомендовали себя как большой проект, который дает стартовую площадку для юных спортсменов, популяризирует спорт в массах и улучшает инфраструктуру нашей республики. А проведение игр в других регионах способствует продвижению республики на внешнюю аудиторию. Слева же от вас расположились пессимисты. Они считают, что спорт слишком политизирован, много денег тратится на спортивные мероприятия, хотя эти средства наверняка можно было бы использовать более эффективно. Например, построить больницы или детские сады в арктических районах. Польза «Детей Азии» переоценивается. Друзья, давайте сейчас мы обратимся к вам, к нашей аудитории. Почему вы заняли ту или иную позицию? Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем со стороны оптимистов. Я сама, можно сказать, была участником их. В этот период я достигла очень многих результатов, ездила в разные города, такие как Москва, Питер, Сочи и другое. Вот поэтому я приняла позицию оптимистов. Еще мнение. Пессимисты, пожалуйста. Соответственно, в тех регионах, в которых образуются комитеты, откуда берутся деньги на проведение от самого региона, правильно? И, соответственно, наверняка это большие деньги, которые можно было бы вкладывать в не менее важные сферы, как здравоохранение, образование и так далее. Поэтому считаю, это сильный аргумент, чтобы оставаться в позиции пессимистов. Я приняла позицию оптимистов, потому что сама участвовала в качестве атташе команды на международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке. Знаю примерно, как устроены игры изнутри, и вижу только в них положительный вклад в республику и вообще в спорт в России. Еще мнение, пожалуйста. Я бы хотел сказать, игры отличные. Я сам за то, что игры проводятся. Но есть некоторые аспекты, которые стоит, наверное, направить на развитие региона, нашей республики. Например, с помощью финансов, которые выделяются для организационного комитета, для экипирования организационного комитета, можно было бы экипироваться здесь у наших якутских производителей спортивной экипировки. Во-вторых, мы очень много уделяем времени тому, чтобы находить спортсменов в республике. Надо бы создать какой-нибудь механизм, который бы уже в школах самих находил эти таланты, спортивные таланты. Также мы бы смогли популяризировать спорт тем самым среди населения Якутии. То есть выполнить планы по стратегическому развитию спорта на 2030 год, например. Пожалуйста, еще аргумент. Я думаю, что надо будет развивать дальше это соревнование «Дети Азии», так как она очень хорошо дает плоды, так как это спортивная площадка для многих будущих спортсменов нашей России и самой нашей республики. Я считаю, что это очень полезно. Я когда-то в детстве сам мечтал участвовать в «Дети Азии», но, к сожалению, по возрасту не подошел. Хотел бы в заключение сказать то, что я полностью за то, чтобы «Дети Азии» проводились всегда у нас в Якутске. Можно привести аналогию, например, с Олимпийскими играми, потому что спорт, он стирает границы во всем мире. Но все-таки у всех людей есть свои чувства, да, которые могут быть разрушены, как их мечты. Например, из-за политизации спорта. Вот, например, мы видим, как с наших спортсменов на Олимпийских играх обвиняют в допингах без доказательств. И все это можно отнести к политике, потому что из-за такого враждебного отношения должны почему-то страдать простые люди, которые к этому отношения не имеют. И наравне с этими Олимпийскими играми у нас в республике проводятся «Дети Азии». Скорее всего, для популяризации спорта, для тех же стирания границ.
Но тут проблема та же, потому что каждый человек, у него есть мечты. Например, у вас, может, вы хотели участвовать в Детях Азии, вот, например, мои оппоненты хотели там участвовать, но судьба сложилась так, что у них не получилось, может быть, это из-за каких-то индивидуальных причин всех спортивных соревнований. И вообще, какой можно задать вопрос, а вообще целенаправленно ли заниматься этим? Целесообразно ли? Вопрос. Угу. Как известно, для профессиональных спортсменов важны не только тренировка, но и соревнования. Особенно это касается для юных атлетов. Потому что даже во время тяжелой тренировки не передаст те чувства стресса и волнения. Действительно, Дети Азии дают возможность перейти из ряда любителей к профессионалам. Как мы все знаем, это как большие Олимпийские игры. Но на самом деле, вот, например, как они проводились во Владивостоке, не на самом высоком уровне, мы все это знаем. И получается, выделяются те же финансовые средства. Вот почему так происходит все равно. И бывает, ну я даже слышала, что есть спортсмены, которые все равно скидываются своими личными деньгами, чтобы как-то улучшить свое, ну, наверное, проживание. Там. Я считаю обязательно, конечно же, потому что я на стороне оптимистов. Потому что здоровье — это главное. Спорт — это жизнь. И вот такие игры, как Дети Азии, должны быть всегда. Потому что Дети Азии — это не просто соревнования, это детские мечты. Люди хотят, вот дети хотят туда идти и выигрывать. Вот таким образом и рождаются настоящие спортсмены, которые любят спорт. Давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Владимиру. Ребята, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Планируется ли включение творческих состязаний в программу летних игр Дети Азии в Якутске? В этом году мы планируем, да, к запуску новый проект, Международный комитет Дети Азии. Он либо стартует осенью этого года, либо в следующем году. Сейчас ведутся переговоры. Это уличные игры Дети Азии. Новый проект, мультиспортивный, это направлено на развитие уличных видов спорта. Вот туда мы включили, помимо 4 обязательных видов спорта, ну скажем, там брейк-данс, воркаут, скейтбординг и баскетбол 3x3, стритбол, мы включили еще творческую такую составляющую, как граффити, соревнования по граффити. Вот. Многие мне сразу сказали, что а зачем граффити, города будут против и так далее. Да? И когда мы встречались с мэром одного из азиатских городов, и меня перед встречей все говорят, тут у нас не принято, он тут никак нет. Ну, мэр очень четко встретил и говорит, я только за, говорит, у меня 3 локации уже есть, он их там назвал по адресам. Вот. Творческое соревнование, оно тоже должно быть. Я только за это, да? Но вот будет ли программу игр, посмотрим, это, ну, покажет время. Я думаю, что все в жизни крутится и возвращается на круги своя, да, и я надеюсь, и, ну, я сторонник этого. Мы стартуем с уличных игр, как это все себя покажет, я думаю, что будет иметь успех. Пожалуйста, еще вопросы. У меня такой вопрос. Почему сократили участников Дети Азии во Владивостоке? То есть человек на протяжении года или полугода готовился к играм, жертвовал своим здоровьем, деньгами, временем, учебой, и, допустим, его просто сократили. Просто все на смарку, и почему такой вопрос? Спасибо. Ну, хороший вопрос как раз-таки. Было сокращение среди команд из Российской Федерации, скажем так, регионов, федеральных округов. Это было связано с тем, что по утвержденному месту размещения спортсменов, а им был выступал Всероссийский детский центр «Океан», была ограниченность в размещении. Зато от Российской Федерации выступало 8 команд целых. Соответственно, здесь мы дали право выбора регионам. И если сократили тот или иной вид спорта, я понимаю, конечно, горечь. Но здесь уже, скорее всего, те органы, которые комплектовали, они, ну, скажем так, нацелены были на медали. То есть, понятно, надо кем-то жертвовать или чем-то жертвовать, да, соответственно, либо показателями, вот, либо спортсменом. Еще вопросы?
Как, получается, конкурс «Дети Азии» влияет на будущее становление спортсмена, ну, молодого, юного спортсмена, и как он влияет на будущего рост в этой, в спорте, в этой сфере? Одна из уникальностей игр в том, что это первые мультиспортивные соревнования для спортсменов в возрасте до 16 лет. До 16 лет в мире нет ни одного мультиспортивного соревнования, где сразу несколько видов спорта. А во многих видах спорта, для многих видов спорта, для спортсменов, это вообще первые международные соревнования. Потому что, допустим, тоже дзюдо до 2013 года у них не было даже континентальных соревнований по этому возрасту. Поэтому здесь у нас был такой, ну, скажем так, собирались спортсмены очень сильные по составу. Практика спортсменов в большей степени это, скажем так, момент того, когда спортсмен может действительно поверить в себя, проверить себя, потому что он может выиграть все вокруг там, у себя в стране, в районе, в школе и так далее. Да? Но приехав в другую страну, он может перегореть психологически, что он далеко от мамы, от папы, там, не знаю, от ребят с района. Там, да? Поэтому без поддержки. И это вот это в большей степени, я считаю, что это в большей степени вопрос про психологию. Именно подготовка, и в том числе, почему мы говорим еще и делаем все максимально так, чтобы было не похоже, а именно в тех правилах, в которых проводятся Олимпийские игры, другие мультиспортивные универсиады и так далее, для того, чтобы дети почувствовали этот дух, дух олимпизма. Для того, чтобы у них зародилась мечта попасть уже на настоящие Олимпийские игры, пойти дальше. То есть это опять-таки в том числе и перебороть себя психологически на будущее. Потому что вот когда ты приезжаешь, скажем так, на соревнования, я не знаю, там по борьбе той же самой, да, мы же в Якутии находимся. Приезжаешь, ты выходишь на парад, там три человека там, или сколько там, 100 человек выходит. Да, когда ты выходишь на парад там, в Якутске, допустим, когда 2500, 3000 спортсменов, и тебя приветствуют там 15 тысяч зрителей, ты просто можешь перегореть, ты на завтра у тебя ноги держать не будут, руки там дрожать будут. Поэтому в этой части как бы, ну, тоже... Другое восприятие, масштаб влияет. Да, масштаб влияет, и об этом нам много говорили именно вот и тренеры, в том числе и иностранные тренеры, о том, что это вот, ну, максимально людей и детей вдохновляет. Допустим, был момент, когда в 2012 году парень из Казахстана, он у себя был третьим номером или вторым номером, здесь завоевал 4 золотых медали. То есть он говорит, он наоборот раскрылся, он получил такой драйв для того, чтобы, ну, победить, он, и дальше он пошел по карьере. Итак, друзья, у нас есть видео-опрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Знаете ли вы о международных спортивных играх «Дети Азии»? Нет, не знаю. Да? А нужны ли они Якутии, как вы считаете? Конечно, нужны, потому что конкурсы, они вот не только... человека дисциплинируют, ну, как бы, когда ты готовишься к конкурсу, ты сам, как бы, перешагиваешь через себя, становишься лучше, чем вчерашний ты. Спорт — это жизнь, движение жизни, ага, и она собирает не только спортсменов, но еще и, ну, как бы, журналистов, людей искусства, ну, как бы, всех, потому что и волонтеров, много людей там участвуют, объединяются, короче, супер. Интересно нам наблюдать за спортивными соревнованиями вообще. И вот свои якутские, ну, не лишние будут. Да, нужны. Пропаганда спорта, здорового образа жизни. Положительные только стороны. Ну да, нужны. Я вот сам раньше был спортсменом, получается. 2 года занимался футболом, а потом еще 7 лет занимался прыжками национальными. Конечно, нужны. Вот первые же Якутии начали вот этот. И сейчас должны, это Якутск должен быть. Ну, следующий вот этот. Нужны для здоровья и саморазвития республики и страны. Естественно, нужны, чтобы дети развивались. Нужно выходить вне республики, чтобы охватить весь наш, не только регион, но и всю нашу страну. Да, они нужны, потому что они развивают спорт в Якутии, чтобы они могли потом
быть, иметь опыт в соревнованиях, чтобы они не унывались, помогали им дальше, в будущем. Обязательно нужны. Ну, это же детские игры. Очень актуально для детей, для объединения детей, подростков. Очень нужны. Но, как мы видим из запроса, есть множество положительных откликов касательно вообще проведения игр «Дети Азии» как в республике, так и в других регионах. Но давайте зададимся вопросом. А есть ли при этом у внешней аудитории понимание того, что «Дети Азии» — это якутский бренд? И нужно ли его позиционировать таковым? Как вы считаете? Давайте начнем с аудитории, затем послушаем нашего гостя. Не знаю, как в других местах, но я не считаю то, что «Дети Азии» — это именно якутский бренд, так как, ну, это спортивное мероприятие, а спорт есть, ну, везде. А нужно ли его таким позиционировать? Вообще важно ли привязывать этот бренд именно к нашей республике? Думаю, нет. Еще мнение? Нужно позиционировать и продвигать республику с помощью «Дети Азии», так как не все в мире знают про нашу Якутию. Все же есть такие государства, которые не знают таких холодов, как наши, которые не знают то, что существует такой большой регион, например, больше, например, их страны, возможно. А как ты считаешь, а знает ли вот эта вот внешняя аудитория, допустим, жители того же Кузбасса, о том, что эти «Дети Азии», они вообще родом из республики Саха, что это наш проект? Ну, вести просветительскую работу стоит, так как по-любому найдутся те люди, которые не знают о том, что эти игры зародились именно в республике Саха-Якутия в далеких 90-х годах. Именно организовал это первый президент республики Михаил Ефимович Николаев. Об этом не знают. Ну, если людям будет очень интересно, они копнут чуть-чуть поглубже, откроют для себя очень много нового и интересного. Например, про нашу республику, про личности республики, про тех людей, которые выросли из этих игр «Дети Азии», тех людей, которые стояли у истоков этих «Дети Азии», и какая же цель у них была, ну, масштабная. Еще мнение? Я думаю, что со временем стерлось понимание того, что это якутский бренд, так как он проводился, ну, «Дети Азии» проводились в разных городах, такие как Владивосток. Сахалин. Да, Сахалин, и разное. И я считаю, что нужно дать понимание того, что это якутский бренд, так как он «Дети Азии» зародился в Якутии, и наши дети, наше поколение должно знать об этом. У внешней аудитории понимания нет, но оно должно быть. Да, к этому нужно быть. Стремиться. Спасибо, да. Давайте поаплодируем. Еще мнение? Я, например, только недавно узнал, что это якутское, от Якутии началось. Ну, не знаю, я лично сам узнал о «Детях Азии», когда занимался спортом и видел вот эту вот большую таблицу, ну, табличку «Дети Азии», Republic of Саха. И я вот поэтому думаю, что большинство именно о «Детей Азии» знает именно спортсменов. Среди спортсменов это наверняка культивируется. А вот среди больших масс мало кто знает, наверное, о «Детях Азии». И поэтому у «Детей Азии», ну, большие, как сказать, еще есть к чему стремиться, да, к чему стремиться, просвещать больше, чтобы больше людей об этом знало, если хотя бы спортом они не занимаются. Но ты выступаешь за то, чтобы этот бренд все-таки ассоциировался с республикой? Ну да, да, потому что это в копилочку идет и нашей республике, и другим странам, которые узнают о том, что есть такая страна, как Республика Саха-Якутия. Еще мнение? Благодаря тому, что игры «Дети Азии» проводились во Владивостоке, на Сахалине, сейчас будут проводиться в Кузбассе, я думаю, наши игры стали известны в широких массах. И очень отрадно то, что в 2024 году они вернутся на свою родину. И мне кажется, что необходимо уже на последующих играх акцентировать то, что это игры основались в нашей республике, то, что основателем является первый президент республики Михаил Ефимович Николаев. И, к сожалению, да, я согласна, то, что на данный момент мало кто знает то, что это наши игры. Ассоциации с республикой нет. Да, нету ассоциации с республикой, к сожалению. Интересное мнение. Владимир, ну вот, мнение ребят послушали, какого ваше мнение? Ну, я завтрашнего дня, я думаю, вы в
включив телевизор, будете много слышать о том, что дети Азии из Якутии. Вот. Соответственно, также у нас прописано о том, что игры, огонь игр. Завтра завершается у нас эстафета огня на открытии. 21 января огонь был зажжен в национальном парке Ленские столбы. И это прописано у нас в концепции, что где бы игры ни проходили, в какой бы стране ни проходили, огонь должен добываться в национальном парке Ленские столбы. И когда оргкомитет берет на себя обязательства, он подписывается под этими обязательствами. Это тоже в том числе и продвижение республики, зарождение каких-то традиций. Это больше про традиции. Вот. И поднятие флага игр и на церемонии открытия, и спуск флага на церемонии закрытия осуществляется под гимн игр. Один из куплетов, который на якутском языке, это тоже утверждено международным комитетом. И это не так, что штаб-квартира международного комитета, наверное, единственная международная спортивная организация, да и всероссийская организация, которая зарегистрирована в Якутии, в городе Якутске. Штаб-квартира у нас здесь, главный офис. Это все делается для того, чтобы, конечно, застолбить то место, где эти игры зародились. Поэтому я думаю, что мы должны в любом случае всегда подчеркивать о том, что игры, они были зарождены в Якутске, что это якутский проект, который направлен на развитие детского спорта. Мы же говорим не на развитие спорта детского в Якутии, а мы говорим... И мы делаем сегодня все, чтобы этот проект был направлен на развитие детского спорта в Азии в целом, объединяющий. Но зародилось это все, конечно, в Республике Саха-Якутия. И с этим у нас все три учредителя, конечно, они с этим соглашаются и это признают и поддерживают. Владимир, какой совет вы бы хотели дать нашей сегодняшней аудитории? Любите свое дело. Любите также свою республику, как я понял, что здесь ребята оптимисты в том, что именно любовь к республике, к своей стране в целом. Поэтому хочу пожелать, чтобы вы определились именно с точки зрения профессии, того дела, чем бы вы хотели заниматься. Стремились, учились, соответственно, от этого выиграете и вы. И, конечно, наша страна, потому что получит первоклассных специалистов. Занимайтесь спортом, другими творческими профессиями, потому что сегодня это у вас как раз возможность, это инвестиция в себя. Самая главная инвестиция – это инвестиция в себя. Завтра, послезавтра, через несколько лет оно скажется, оно сыграет свою роль для становления вас гражданином и высококлассным, востребованным специалистом. Спасибо. Сейчас наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедился в аргументах пессимистов, может перейти к ним. И пессимист, которого убедили аргументы оптимистов, тоже может поменять свою сторону. Поэтому определяемся со своей позицией окончательной. Ну и на счет три можно будет поменять свою точку зрения. Один. Два. Три. Трое решили поменять свою точку зрения. Давайте поаплодируем ребятам. Так. Я поменяла свою точку зрения, так как я тоже занимаюсь спортом. И, в принципе, ну, игры Дети Азии посчитала то, что ну, является такой площадкой, которая в будущем для спортсменов будет какой-то практикой, чтобы они дальше шли и развивали республику и Россию. Ну, давай твое мнение послушаем. Знаете, сложно поспорить с тем, что Дети Азии — это уникальный проект, и это сложно поспорить с тем, какие возможности он дает юным спортсменам. Поэтому я считаю, что такой проект, ну, что Дети Азии должны существовать и должны развиваться. Угу. Вот. Спасибо, давайте поаплодируем. Владимир, кого из наших сегодняшних участников вам бы хотелось отметить? На самом деле, все ребята понравились мнения каждого. Ну, я, наверное, думаю, один из активных и в то же время человек, который, скажем, может, переосмыслил. Вот, как... Молодой человек? Да.
Тимур. Давай Тимуру поаплодируем. Тимур, приглашаем тебя подняться. Владимир, пожалуйста, вам слово. Да, я вот хочу Тимуру презентовать такую нужную вещь, так как мы, ну, и вообще спортсмены часто летают. Это такой вот обложка для паспорта, но, скажем так, она особенная, потому что она разработана нашими сотрудниками, с людьми, которые часто летают, для того, чтобы удобно было и паспорт туда-сюда не вытаскивать из обложки, да, что такое практичное, да. Соответственно, здесь у нас изображены 17 обязательных... Давайте покажем на камеру. 17 обязательных видов спорта летних, которые включаются в игры «Дети Азии», в том числе тут и масс-рестлинг, и хапсагай, и 7 обязательных видов спорта зимних, задние оборотные. Ну и, конечно, логотип международного Здорово, комитета. Давайте поаплодируем. Спасибо вам за вашу деятельность, «Дети Азии». Я желаю, чтобы «Дети Азии» дальше развивались. И сам, как спортсмен, ну, человек, который занимается спортом, тоже хочу, чтобы спорт развивался, чтобы больше людей интересовалось спортом и этой программой. В том числе, я считаю, что эта программа дает возможности как зрителям, так и участникам по-другому посмотреть на многие вещи и как-то поменять свою точку зрения даже. Сейчас мы приглашаем всех вас подняться сюда, на наш подиум, для того, чтобы мы еще могли пообщаться друг с другом и с нашим гостем Владимиром Максимовым. Частью нашей аудитории можешь стать и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. Это была передача «Я молодой». С вами были ее ведущие Лена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Твоя передача только развиваться, расти дальше. Вот. А формат очень хороший. И аудитория живая, молодая, со своей точкой зрения. Поэтому спасибо большое за приглашение. Я получил огромное удовольствие.